Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, в рубрику, где мы будем продолжать выяснять, кто же лучший майнкрафтер у нас на Руси. Честно вам скажу, честно вам признаюсь, просто всю душу вам открываю, то что я хотел закончить эту рубрику. Последняя серия называлась, это конец, это последняя серия. Но потом я посмотрел то, что вы... Матушку вашу очень даже любите эту данную рубрику. Я посмотрел, сколько же вы лайкусиков поставили. Вы молодцы. Я даже за вас кофеечек выпью. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы я не заканчивал эту рубрику, если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали выяснять, кто третий майнкрафтер в топе, кто второй майнкрафтер в топе, и кто первый майнкрафтер в топе? Номер один. Мы это выясним. Поэтому ставьте лайкусики, если хотите новые серии. А мы с вами погнали. Будет много всего интересного. Вперед! Вперед! Ну что, пацаны, вы готовы приступить к выяснению? Кто лучше ютубер, а? Кто лучший майнкрафтер? Ну, естественно, я что тут выяснять-то. Поэтому ты ни разу не выиграл, да? Давай поэтому уточним, ты лучше. Кто лучший украинский майнкрафтер, то сразу понятно, да? Да, я. Понимаешь? Так, короче, я с ним больше не записываю. Так, давайте мы так сделаем. Эдисон лучший Эдисон лучший португальский майнкрафтер, я лучше русский, а Игорь украинский. Нет, ты точно не лучший. Я тоже. Я тоже не согласен. Я контужен! Все нормально, мы выжили. Нормально. У меня, короче, уже 11 коинов, если что, я уже лучше. У меня 47-я хромосома. Хорошо. То есть Игоря мы сразу вычеркиваем из списка лучших майнкрафтеров. Нет, уже все лучшие майнкрафтеры. Он особенный просто. А он просто особенный, ну хорошо. Все гении 47-й хромосомы. Клонь, не надо так делать. Не надо, пожалуйста. Не делай так, пожалуйста. Я тебя убью, падла, я тебя сейчас просто... Я тебя буду бить до конца этого раунда, если ты меня сейчас не пропустишь. Ой, да. Хорошая работа, good job. Дай пикюю, Игорь. Забили просто. Good job. Забили меня. Ну ты предатель, конечно. Жека, там если что, второй выход есть, если ты не знал. Пошел, там лава везде была. Как... Ну ты успел бы добежать. The map is bitch. Вы бичи. Пошел отсюда. Сам току. Ты слышал, что он сказал, Игорь? Я говорю, вы пляжики. Ну так нечестно, я скажу вам. Это просто, я считаю, вообще нечестная игра. Ёпэ, да себе. Псы, я ливаю! Я ливаю! Иди, где он? Где он? О, я не успел умереть, зашибись просто. Жек, ты молодец. Пловец просто, пловец. Понимаешь? Красава, брат. Красава. Я плаваю по собачке. Я очень... The map is bitch, если вы не знали. Ну это мы знали, да. Куда? The map is bitch. Ну иди в жопу. Куда в жопу? Почему в жопу? А вот поэтому. Не надо в жопу. Это я все подстроил, я ждал, пока... Пока он упадет мне на башку и потом скрылся с места преступления, понимаешь? А Жеку засудили просто. Пожизненным дизлайком. Ты дебил или дебил, объясни мне. Дебил. Да не надо, я пошутил! Кто меня пожара скинул? Сюда подошел, подошел. Я! Еще и сзади, пиписька! Ты что, меня окружил? Я что-то забыл даже про эту хрень, твою мать!
Я выбежал. Пацаны, кто здесь лучше Майнкрафта, кто биткоинов? У меня 14 уже, если чё. Да-да, у тебя 4. Я случайно выбежал на улицу и забыл, что там дождь из TNT. Почему вы не предупредили? The map is bitch. The map is bitch, the map is bitch. Если сейчас опять будет какой-нибудь флут, либо лава, либо вот это water, я просто, я ливаю. Вот перес. Я манал эту игру, честно, пацаны. Я манал эту игру. Они коврики не убираются, хух. Игорь, я тут, если что, прыгай сюда. Пацаны, кому ковры нужны, продаю недорого. Ну ты зараза, конечно. Почему ты не залез на забор, Игорь? Какой бы там забор был? Забор за там. За шо, какая разница? Вопрос. Почему ты не залез? Я ж не паркурист мастер, чтобы на забор. Жек, залезай на забор, пожалуйста. Я сейчас на бутылку залезешь. Смешно. Когда смеяться? Уже можно. А, хух, я не упал. А, хух. А, хух, 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 хуру, 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 нормально, нормально, прям нормально. Взриве, пацаны, а я мощный. Прям взриве, да? Взриве. Взриве. Да ёпер СТ! Ну зертунельс. Не зертунельс. Игорь, ты где? Игорь, подойди сюда, пожалуйста. Паскуда, я так и знал, что ты пазл здесь будет. Нет, ты понимаешь, что у меня инфаркт будет? Ты меня в каждой серии пугаешь. Я иду и стрим из-за угла выскакивает Игорь. Ой-ой. Во-во! Ой-ой! Очень плохая погода. Я тебя! Дед, еще один паскуда! Вы говорили, что ли? Ой-ой-ой! Смотри, сосочки Гаста! Опасно тут, опасно! Алло, хватит меня бить, заколебали! Сами говорили не забивать, алло! Опасно! Игорь, да я догоняй его, давай! Игорь, ты где? Ааа, тут нет прохода! Хватит, ну пожалуйста! Вы заколебали бить меня! Да я тебя даже не трогаю! Он меня просто убил! Игорь, как так? Ну будь послушным мальчиком в следующий раз! Как я мог? Ну так нечестно, честно, ну так нечестно, честно, Игорь. Так честно, честно, нечестно. Жека, мы просим прощения у тебя. Игорь, попроси прощения. Попроси прощения. Попроси прощения, Игорь. Ну все, мы бритый кактус. Так, не обижайся, пожалуйста, не надо. Мы не хотим. Я виноват, что ты поджёгся. Если ты не поджёгся, ты... Стоп! Когда я поджёгся, у меня было 2 хп. Ну так вот, ты сгорел. Ай-яй-яй! И в итоге я не сгорел, а ты меня рукой добил. Эта карта что, залагала или что? Не могу понять. Я тебя сейчас уничтожу, падла. Я тебя просто убью. Я сильнее. Нормально. Ай! Блин! ПВП говно, давай. Я тебя сейчас дам. А чё, вы жопа там деретесь? Жопа тебе падла, я тебе сейчас дам. У меня ещё 4 сердечка. Паскуда, вот так тебе! А мне все равно хуйн дали, почему? А мне 3 коина дали! В смысле?! Сколько коинов сейчас, скажите мне? У меня 8. У меня 9. У меня 9. Ну я как бы просто еще умер 3 раза, а мне сейчас 3 коина дали. Нормально, я постоянно загоняю. О, наконец-то другая карта. Ты думал, я тебя отстану? Месть, мстители, молодой человек. Теперь второй предатель сюда. В смысле, предатель тебя даже не трогал, если что. Смотри мне. Куда тебе смотреть? Не хочу на тебя смотреть. В смысле? Дерево. В смысле? Так. Хорошо. А что это было вообще, Игорь? Объясни, пожалуйста. Я стоял под деревом, и на меня булыжник упал. Бывает и такое в жизни. Не стойте под деревьями, дети. Опа.
Этой карты еще не было. Жил-жил такой бак кирпичный уже. На голову упал и все. На жопу. Да, на жопу. На жопу упал. Бывает такое. Может быть. Так, мой писюн. Что ты уставился, а? Почему, когда нужен get inside, get inside нету? Смотри, более выгодно положить. Не понял. Так я, ты умер. Я еще тоже не понял. Я не умер, я просто нажал go to shop. Зачем? Игорь, ты дурак? Блин! У меня все 9 коинов! У меня тоже. А, не, у меня 10 коинов, я даже обогнал Игоря! Что вы сделали? Я вообще не понимаю, что происходит, если звук у тебя коинов. А что кто сделал, я так и не понял. Я стрелял на Игоря. Да хватит! Да, Игорь, хватит! Дебил! Убери от яйцо! Тебе оно и так одно, Игорь. Вот именно, пожалей его. Хотя бы какая-то надежда для будущей жены есть. И опять этот тупо... В смысле? Почему? Почему это? Так, пацаны, вы судьи ненормальные, от вас, пожалуй, подальше держаться будут. Вот-вот, я об этом же, Игорь, я об этом же, Игорь. Да-да, Эдисон, я бы на твоем месте помолчал. Алло! А, стоп. А я не могу на 300 ножом. Ну ты, Игорь, и предатель. Конечно. Ты понимаешь, Игорь, у меня появился шанс на что-нибудь. Все, я все просрал. Все просрал. Все просрал. Все просрал. Все из-за тебя. The map is bitch. Порт. The map is house. Amusement park. Парк. Вот, амюзимент парк, панк. Ладно, с третьего раза только там. Нормально, нормально. Я изначально хотел сказать. Да, да, да. Так, сейчас будет... Игорь, что ты делаешь, дебил? Да вы заколебали с этими... Я понимаю, что ты дебил. Не надо. Не надо. Я Ender Pearl послал. Да? Почему нету Get Inside? Я хочу Get Inside! Здорово. Здорово, ёпта. Здорово. Я больше даже туда не несу. Я его в эту яму столкну. А как без разницы, там вообще не умираешь. Да стреляйте вы уже! Пацаны, я тут. Огонь, огонь, огонь! Жека, я тут. Так, Игорь. Вот там снизу. Я в яме. Здорово. Здорово, ёпты, здорово. Так, посмотри. Эйсон, как? Я нормально, нормально. Только мне кажется, я сейчас в краске умру, а не вы. Мы нормально, в погребе хорошо. Да? Нормально? Да вы будете стрелять сюда, дебилы! На, мы горим, Игорь! Туши! Да. Заставляй блоки сверху заставляй! Нельзя их ставить. А, мы выиграли? Нормально. Подстава не вышла, не получилось! Всех поймал в ловушку и умер. И сам умер. Что делать, пацаны, что делать? Опа! Опа, кемпграунд, кемпграунд! Нет, ты что делаешь? Где дерево, я Маугли. Ты Маугли? Ну, дерево? Ну, сидите в дереве. Ну, хорошо. Зомби инважен. Игорь, надо дверь открыть. Ой, ёп! Забыл... А, не, не, открыто, закрыто, нормально. Здорово! Здорово, ёп! Они убивают, алло! Они сейчас дверь выбьют, а мы, короче, нормально. Алло, дебилы, не бейте! Сюда идите! Конченые кончиты! Алло! Давайте, 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 ломайте, ломайте! Алло, алло, алло! Как вас призвали? Не сюда, сюда, пацаны. Ты алло, не ломай, псих! Сюда! Сюда! Тут ломай! Молодец.
куклой. Охренеть, они чуть перепрыгнули. А я как? Это так не... И что они сразу не зашли? Блин, какой ты дебил, конечно. И он просто сам показал, как его найти, короче, просто. Чисто читы, я понял. Чисто читы. Хорошо, пацаны, я, в принципе, предлагаю уже на этом закончить, на самом деле. Вот. Давай. Ну тогда пока. Хорошо, до свидания, Игорь. И тебе до свидания. А вы можете ставить лайкусь, если хотите. Продолжение. И подписывайтесь. Выяснение, кто же лучший Майнкрафтер. Ты что, офигел? Пока. До свидания. А все, я вас забанил. И одного, и другого. Что, серьезно? Да. А не, я на сервере. Эмот один, я сейчас взорву весь сервер. Не надо! Пацаны, ставьте лайки, быстрее ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Самое главное. И спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания. Пока, пока.